Здравствуйте. Проходите. Берите. Можно инструмент? А? Инструмент. Ты чего брызгаешь? Вода? Нет, кондиционером. Он пытается его съесть. Давайте его красивое. О, мальчик, да? Мальчик. Это у нас. У вас тоже мальчик. Мальчик, мальчик. Мальчик. А у меня мальчик. Мальчик у меня. Какой-нибудь вот этот узенький такой. Галстучка красного нету. Нет. А бабочка вот где-то у нас была. Где она? Бабочка? Для малышей. Так, красная. Ну. Как получилось, не как вещи. Да, мы считаем, что красота будет. Аля, ты малышу стрелял когти? Да. Там пока кончики впереди. Ну, я вот эти крючки отстригла. Вот там, да, отстрижены. Там только с мясом, а ты дальше. Вот, 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 вот так вот он. Он боится перед Богой, когда что-то делаешь. Ничего не делаешь, он такой изнял. Ну, свой домик. Ну, свой домик, чтобы он там не отслышал. Как бы не посидит. Просто его потом домик вытаскивать, одевать. Красавец, да, мужчина? А то не станут учить, как этот, сибуиру. Ага. Я потом удивляюсь, у меня собака тянет поводок. Ну, видишь, им так сказали, ветеринар сказал. Гай же, это же не она себе взяла. Ну, она же думала, что я специалист сказал. Ну давайте попробуем как-нибудь. А где это? Так, ну что, это не за 4 дальше. Алло, ты. Да, да. Ну, на работе. А ты почему тут не берешь? А зачем? Пробуй, нет. Нельзя. Зачем ты тут? У меня что было?
салатик. Да, я вот не могу. 740. 45. Да, 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 да.